Привет, добрый вечер. Ну а я сегодня опять пришел на пляж Дельфин снимать закат, и смотрите, что я вижу. Народа намного больше. Даже вчера, когда я приходил сюда, людей практически не было. А сегодня, смотрите, какая толпа. Нет, ну я, конечно, с вами соглашусь, что как бы это еще далеко не толпа, это еще практически никого нету. Но тем не менее, людей стало гораздо-гораздо больше, товарищи. Ну, это радует как вас, так и нас. Смотрите. И не говорите, что не видели. Только что видел, как водный мотоцикл совершал всякие маневры. Прикольные, интересные. Значит, аттракционы уже заработали. А в принципе, они уже должны с завтрашнего дня, я так понимаю, заработать, с 27-го. Посмотрим, как это будет. Завтра непременно надо будет сходить на море и поделиться с вами информацией, товарищи. Я даже уже не знаю, попаду ли я на свое место любимое, где я обычно привык снимать закаты. Точнее, попасть я туда попаду, но смотрю, что там народу-то уже все больше, больше и больше. Что-то зазвенело. Железная дорога, значит, сейчас какой-нибудь опять поедет машинка. О, поезд, какая машинка. Ладно, поедет, будем снимать. А пока посмотрите. Вот. Такой красивый кустарник, счастливые люди, отдыхающие на море, которые еще буквально, я не знаю, может быть, кто-то даже неделю назад думал, что нет, уже все, наверное, сорвалось. И в этом году мы не поедем. А вот тут тена. Так, стоп. Электричка всем сигналит. Вот она. Ласточка. Ну, я думаю, вагоны считать тут бессмысленно. Ласточка, она есть ласточка. Огромное солнце, красивейший закат. И мы с вами идем куда-нибудь поближе к воде. Я не знаю, конечно, в тишине мне уже, в принципе, не удастся снимать закат теперь. Все, прошла-то пора, очи очарования, весенняя пора. Пришло шумное лето, но я думаю, это вас обрадует. Смотрите. Народа дофигища. Ну, единственное, что меня смущает, так это вот эти вот колышки, которые вбиты. Ладно, пойдемте к воде. По-прежнему стоят разбитые унитазы. Людям некуда сходить в туалет. К сожалению, видите. К великому сожалению, пляж готов не совсем полностью еще. Несмотря на то, что уже как бы сезон. Это очень жалко. Ну, а есть пляж еще похуже. Кстати, вот отсюда вот сниму вам еще раз крайнюю часть пляжа Дельфин. Дальше уже только фламинго будет. Иду к морю.
На этом я заканчиваю съемку данного заката для моих подписчиков на Яндекс.Дзене и отправляюсь в прямой эфир на YouTube. Всем пока.